Привет, мои дорогие! Сейчас утро, идет дождик, и я, как всегда, со своей дежурной чашечкой кофе. И захотелось просто поболтать. Сейчас вам покажу руку, на которой надето. Что на ней надето, то посмотрите. Ну, сначала, конечно, нужно сделать дежурный глоток кофе. Не знаю, слышно вам или нет, как капает дождик. Такая весенняя дождливая погодка. И, собственно, что я хотела вам показать. Вот рука, и на ней двое часов. Двое моих стареньких часов. Им много лет. Видите, это потертость. И там, я так понимаю, медь выступает, наверное. А вот эта потертость, они были золотистого цвета и стали вот такими потертыми беленькими. Так вот, вот эти вот часики, я уже как-то показывала вам, много часов у меня. Такие, которые лежат, ну вот поносила, пока батарейка не закончилась, и лежат. Симпатичные, очень симпатичные, огромные, круглые. Но самые любимые у меня вот эти. Вот одни и вторые. Я даже скажу, что вот с белым циферблатом еще более мною любимы, чем с черным. Но я очень люблю черный циферблат в часах. Черный или темно-синий. Это для меня какой-то космос, звезды, вселенная и текущее время. Я бы даже сказала, тикающее время. Ну вот, почему я надела две пары часиков? А я теперь каждый день их буду надевать, пока я не куплю в них батарейки. Они сейчас стоят, обе пары эти, И одни и вторые часики стоят, потому что там батарейки уже старые, и давным-давно они уже у меня, эти часики, лежат без действия, ой, наверное, лет 8. Вот, но очень мне нравятся, и выбрасывать я их вообще не хочу. Ну и новых, если новые, то, пожалуй, только серебряные. Но это пока дорого и не обязательно. А эти мне очень нравятся. И я вот хочу их оживить новыми батарейками. Поэтому буду носить до тех пор двое этих часов, пока месь не приду то ли в мастерскую, то ли в магазин. И пока месь не куплю батарейки. Потому что когда у меня вдруг появляется во время моей прогулки желание поставить батарейку, со мной нет часов. А теперь я буду их просто на руке носить. И они будут со мной всегда. Пока не поставлю батарейку, потом по одной паре буду носить. А может и по две. Почему бы нет? Почему бы не почудачествовать? Мне нравятся такие непоняточки. Люблю я это дело. Сережки сегодня одела. Сейчас я вам покажу, какие. Давно их не носила. Очень люблю. Это как будто бы филигранный цветок лилии. Я вам сейчас покажу. Девочки, я знаю, что вы любите такого формата видео. Вот это мои полочки в ванной комнате. В общем, маски, букетик. Там, это я вам честно признаюсь, это просто баночки и бутылочки пустые. Пустые, чисто вымытые. Почему не выбрасываю? Но это какая-то чисто женская черта, а вдруг пригодятся. Тем более они темного стекла. Ну, вы знаете, что темное стекло, это в нем можно маслица хранить. Вдруг понадобится. Теперь полочка ниже идет. Здесь у меня тоже масочки стоят. Краска для волос. Та, которую я вам показывала, Мальва. Дезодорант, духи, Persif Dieu. Зеркало, еще духи, еще вот такие, вот парочка браслетиков и
полочка еще ниже. Здесь старые зубные щетки, и я вам скажу, они действительно очень мне нужны. Что я ими делаю? Во-первых, я ими чищу серебро, серебряные изделия свои, набираю на них зубной порошок и начищаю изделия. Они проникают во все углубления и хорошо вычищают. Так что и еще я мою этими зубными щетками труднодоступные места, например, когда я мою раковину за краном. За краном туда большая щетка не проходит, которой я мою обычно раковину, зеркало, а вот это вот проходит. Так что этими мою. Вот это старые зубные щетки у меня в употреблении. Так, что здесь у меня? Это у меня баночка с губной помадой, которая показать, не показать. Лучше расскажу. Здесь губная помада расплавленная, светло-розовая, она же и румяна. Просто иногда мне хочется здесь прямо в ванной, вот после душа, привести себя в порядок. Для этого мне служит вот эта баночка с губной помадой. Здесь же у меня от Oriflame. И точно такой же у меня на туалетном столике лежит. И здесь же у меня точно такой же этот крем-тон, которым я пользуюсь. Духи мои любимые. Я вам их показывала недавно. Я их приобрела в конце зимы, по-моему. Так, духи от Avon. Еще там такой крем. Вот такие духи. Очень мне нравится такой цветочный аромат. И дезики. И там всякая всячинка. Вот такие у меня полочки. 3 штучки в ванной. Все полезное и все нужное. И снова по кофеечку. Дождливый прелестный день мы разбавим чашечкой кофе. Нет, мы не разбавим, мы украсим чашечкой кофе.